Эфир телекомпании НТС продолжает информационный выпуск новостей. В студии Эльнара Бекбасарова. Добрый день. Сразу 7 судей стали фигурантами уголовного дела. Антикоррупционная служба установила факт вынесения заведомо неправосудных решений в интересах отдельных преступных групп, причастных к фактам рейдерского захвата объектов недвижимости и месторождений иностранных инвесторов. По данным спецслужб, противоправные действия были признаны законными путем вынесения заведомо неправосудных решений работниками судебной системы. Генеральная прокуратура в отношении 3 действующих судей Бишкекского городского суда, 3 действующих и 1 бывшего судей Верховного суда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Коррупция». Отметим, что в ноябре прошлого года по вышеуказанным фактам было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда города Бишкек. Задержан лжесотрудник КСГ КНБ. Как сообщает Госкомитет национальной безопасности, мужчина 80-го года рождения представлялся сотрудником антикоррупционной службы и намеревался незаконно провести проверку финансово-хозяйственной деятельности в дорожно-эксплуатационных управлениях Талаской области. При этом использовал поддельные документы удостоверения сотрудника и постановление о проведении проверок. В ГКНБ заявили, что подозреваемый систематически проводил проверки в государственных учреждениях разных регионов, чтобы требовать деньги за сокрытие якобы выявленных нарушений. Факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков, задержанный водворен в ВВС УВД Талаской области. В Джалалабаде выявлено подпольное игорное заведение. Как сообщили в пресс-службе УВД города, оно действовало под видом интернет-клуба по 2 адресам. Во время рейда и обыска изъяты вещественные доказательства в виде 20 компьютеров. В интернет-клубе Сузакского района изъято 9, в Джалалабаде 11 компьютеров. Назначены соответствующие экспертизы. Также задержан 43-летний мужчина по подозрению в организации притона для проведения азартных игр и водворен в ВВС. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре. Началось расследование. В России выявили преступную сеть, сбывающую синтетические наркотики. Среди дилеров оказались кыргызстанцы. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по республике Саха. По их данным, преступное сообщество было организовано еще в 2012 году, а активную деятельность на территории Якутии оно начало в декабре 2016 года. Для реализации преступного замысла в сети интернет был создан онлайн-магазин. Через форумы и социальные сети привлекались лица, способные совершать преступления. Новые члены организованного преступного сообщества проходили учебные курсы по способам сбыта наркотиков и соблюдению мер конспирации. Таким образом, были созданы группировки не менее чем в 53 городах России, говорится в сообщении. В сеть привлекли, как сообщается, помимо граждан России, 2 граждан Кыргызстана, проживающих в Якутске, которые в последующем вовлекли 2 своих сообщников. Всего обнаружены и изъяты синтетические наркотики общим весом свыше 1 килограмма. Возбуждено уголовное дело. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями подвела итоги работы за прошлый год. Так сообщает ведомство, по итогам оперативно-служебной деятельности количество выявленных правонарушений составило 1568 фактов с ущербом 6 миллиардов сомов. Оперативными сотрудниками было рассмотрено и передано почти 2000 материалов в следственные подразделения ГСБ и другие органы. Всего по республике по экономическим и коррупционным преступлениям возбуждено 1111 уголовных дел. Ош – культурная столица тюркской цивилизации в 2019 году. Национальные игры кочевников будут ежегодно проводиться в каждой области. Развитие регионов останется главным направлением госполитики и в следующем году. А также будет решен вопрос с доступом к чистой питьевой воде, проблемы ирригации. На местах будет продолжена работа по созданию рабочих мест. Завершилась рабочая поездка главы государства по Баткенской и Джалалабадской областям. В этих регионах президент провел 2 дня и встретился с местными жителями. Поднято было немало вопросов. О чем говорил глава государства в Джалалабадском регионе, подробнее расскажет Анастасия Соболева. На встрече с жителями Сузакского района Джалалабадской области речь зашла о водоснабжении. Это одна из главных проблем региона. Президент напомнил, что еще в ходе предвыборной кампании обещал обеспечить все регионы чистой питьевой водой. Этот пункт уже скоро воплотится в реальность.
Сегодня ведутся необходимые работы в рамках специальной стратегии по обеспечению населения чистой питьевой водой. 653 населенных пункта будут обеспечены чистой водой. По этим проектам мы сотрудничаем с Европейским банком развития и реконструкции, Всемирным банком, Исламскими и Азиатским банками развития, Китаем и арабскими странами. Я знаю, что проблема с питьевой водой существует и в Сузакском районе. У более чем 30% населения по району особенно остро стоит эта проблема. В ближайшие 5 лет все регионы Кыргызстана будут обеспечены чистой водой. Тема развития экономики также не осталась без внимания. По словам Сооронбая Жээнбекова, усилены финансовые основы развития местного самоуправления. В республиканском бюджете для развития регионов предусмотрены отдельной статьей 2 миллиарда сомов. Эти деньги в первую очередь будут направлены на поддержку тех, кто ориентирован на экспорт. Учиться привлекать средства призвал глава государства представителей местной власти, предостерегая их от давления на предпринимателей. Говоря о Российско-Кыргызском фонде развития, Жээнбеков заявил, что этот фонд станет доступнее именно для регионов, а размеры кредитов, выдаваемые государственными банками, выросли на миллиарды сомов. Представителям местной власти не надо на месте засиживаться. Работайте, учитесь привлекать средства, развивайте бизнес, помогайте предпринимателям, не оказывайте давления на них. Когда я был премьер-министром, мы создали гарантийный фонд. Почему регионы не развивались? Потому что кредитная политика до них не доходила. У предпринимателей не было имущества, чтобы оставлять под залог. Теперь государственный гарантийный фонд им помогает. Выданные им средства увеличились в 3 раза. 565 проектам под гарантией было выдано 755 миллионов сомов. Особое внимание будем уделять регионам. Еще одна проблема – дороги, точнее их отсутствие. Президент заверил, что в каждом райцентре будут прокладывать асфальт не менее 3 километров в год. Также глава государства напомнил о проектах реконструкции и строительства дорог, реализуемых уже сейчас. Реализуются проекты, чтобы Кыргызстан стал транзитной страной. Сейчас продолжаются все начатые работы. Ведутся работы по альтернативной дороге стратегического значения «Север-Юг». Уже готова трасса Бишкек-Нарын-Торугард. Завершается 3-я фаза дороги Сусамыр-Талас-Тарас. Почти готовы участки дорог Баткен-Кызылбель, Баткен-Торткюль, с Исфаны до Карагача автодороги Ош-Исфана-Баткен. Поэтапно будут завершены ремонтные работы на участке дорог Карабалта-Бишкек и Маданият-Джалабад, автодороги Бишкек-Ош. Кроме этого, уделяется особое внимание внутренним дорогам. Поставлена задача в каждом районном центре ежегодно асфальтировать не менее 3 километров дорог. В 2018 году в этом направлении работы велись слабо. В этом году этот вопрос будет стоять на особом контроле правительства. А так выглядит инфекционное отделение Сузакской территориальной больницы. Состояние моста через реку Кукар тоже не самое лучшее, хотя его открыли совсем недавно. Построили переправу, связывающую 2 села Дустук и Ширин, на деньги доноров. В Джалалабаде президент побывал на самом крупном специализированном предприятии города. Такой является швейная фабрика. Запустили производство всего лишь год назад. Сотрудников здесь всего 32. Получают они зарплату в сумме от 8 до 12 тысяч сомов. В планах руководства предприятия увеличить объем выпускаемых изделий и выйти на экспорт. Главные рынки сбыта – страны СНГ. Сооронбай Жээнбеков осмотрел здание фабрики, ознакомился с ассортиментом продукции и отметил, что государство поддерживает предприятия в регионах, которые ориентированы на экспорт. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Названа возможная причина, почему Казахстан ввел временный запрет на ввоз из Кыргызстана картофеля, хурмы, яблок и ограничения на мясную и молочную продукцию. Как сообщил на заседании фракции Республика Тажур Жогорку Кенеши министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев, Казахстан хотел взять под видеоконтроль 2 водохранилища Кыргызстана. Встреча с делегацией Казахстана об обеспечении поливной водой во время весенних полевых работ прошла, по его словам, в феврале. Соседи предложили на Орто-Токойском и Кировском водохранилищах установить видеокамеры, чтобы в онлайн-режиме наблюдать за спуском воды. Мы не согласились. Они уехали и через 2 дня ввели запрет на ввоз некоторых продуктов из Кыргызстана, заявил Нурбек Мурашев. Представитель правительства в Жогорку Кенеши отметил, что водохранилища, как стратегические объекты, другие страны контролировать не имеют права.
Тем не менее, запрет Казахстана на ввоз кыргызского картофеля не отразится на внутреннем рынке, заключил министр. Картофель экспортируется в основном в Туркменистан, в Узбекистан, куда экспорт возобновился. А в Казахстан корнеплод продавали не в больших объемах. И на этом пока все. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь.